первая часть уже завоевал множество призов и за лучшую режиссуру, и лучший фильм, и лучшая мужская роль, лучшая женская роль даже есть. Было принято решение партнерами нами снять вторую и третью часть. Цвай и Драй. Нам просто очень повезло, как вы говорите, с непрофессионалами, потому что это были чудесные, творческие, абсолютно игровые ребята, и в том числе и взрослые артисты, да, которые тоже не профессионалы, которых очень увлек этот процесс, и они выполнили свою задачу не хуже профессиональных артистов. Я с другой стороны смотрю на это кино, вижу все плюсы этого кино, я вижу минусы этого кино, они, безусловно, тоже есть. Но я считаю, что это проект, который состоялся, это проект, который везет нас за собой, и это проект, у которого есть будущее. В третьей части будет еще интереснее и еще лучше. Помню, все ей понравилось, все прикольно. Я, конечно, пойду на третью часть, будет круто.